и дуэлянтов тоже. Так, собственно, начинается матч. Хватит базарить. Начинаем нашу видеотрансляцию с матча Fokinix против Reason Gaming KMS 8 финал. Первая карта. Первая карта Т6 или Almost Closed, или Т7, как она раньше была известна в Q3. Ну что мы видим? Пов Ноктиса. Ноктис заходит. Ребята из Reason Gaming на красный армор. Не знаю, кто там забрал. Может быть, Зив подобрал красный. В общем, суть этой карты в чем? Ключевые оружия здесь. Рейл плюс шафт. Оружие ресается каждые 30 секунд. Желательно забирать красный армор, то есть приходить на красную, забирать его. И два игрока должны рассредоточиваться по карте таким образом. Один из них идет на нижний желтый армор, это вот тут, где сейчас находится Ноктис. Вот он забирает шафт, да, и наносить там максимум демейджа на шафте или где-нибудь там на плазму, где застанет enemy. Ноктис делает, кстати, великолепный экселлент. С одним хитпоинтом остается, кто же там забрал квад. Похоже, Зив. Нет, Зив умер. Зив умер. Вспоминается мне мем. Ну так вот. А человек, у которого есть рейлган, обязательно должен выходить на верхнюю желтую, чтобы оттуда рейлить. Но опять, как я успел упомянуть в самом начале трансляции, 2 на 2 это не шаблон. 2 на 2 это постоянный исход из ситуации. То есть тут надо думать, тут надо размышлять. И самое главное, играть тимплейно. Без тимплея ничего здесь не выйдет. Ладно, давайте немножко комментируем по факту. Ребята из Reason залетают на желтую. Кстати, Fokinix довольно неплохо держится, я бы сказал. Обычно к первым минутам команды против вот этих вот Reason Gaming, которые, на мой взгляд, являются лучшими 2 на 2 на сегодняшний день. Сегодня мы это, кстати, и выясним. Я имею в виду именно в Европе, потому что Америка, она, во-первых, ТДМ в Америке не особо популярен, скажем так. А во-вторых, здесь нет американцев, и их не было. То есть, соответственно, мы не можем судить о мировом звании Reason Gaming, исходя из этого матча. Зив, что-то ждет Зив. Видимо, ждет Мега Хелс и Шафт, который... Мега Хелс, кстати, здесь ресается каждые 2 минуты. Я думаю, вы заметили на item Pickup Timers слева на вашем мониторе. И вот, пожалуйста, Reason забирает. Вот... Не обязательно, кстати, забирать красный на этой карте. Вполне можно жить рейлганом и шафтом. Карта довольно обширная, простреливаемая. Можно наносить очень много демейджа именно там какими-то прострелами. Заходит на красную Зив, сшавчивает он типа. Приходит второй кто-то из Fokinix минус Зив. И, похоже, Крайза был вынужден отступить. Вот этот огромный провал перед квадом сейчас будет... Fokinix за это будут жестоко наказаны. У Зива целых 150 армора. Обратите внимание, сейчас он подберет этот пауэрап. Ой-ой-ой, Крайза забирает. Боже, вот это халява. Просто халява, которой воспользовались Fokinix в этой ситуации. Сейчас Крайза пытается принять, да, принимает Ноктиса на красный, великолепно. Нужно выдвигаться на рейл. Возможно, он сейчас ресается в дефолтное время. Крайза ждет его, сверху происходит война. Ну, тут, конечно, ракеты сложно попасть, несмотря на великолепные аим Крайзы. Как-никак, проигрок. Зиг там разбирается на шафте, судя по всему, с помощью плазмогана. И немножко демейджа нанес сам себе Крайза. Вот, к сожалению, нет у нас тимоверлея на Competition спекхаде, так называемом. Тимоверлея нельзя поставить. Было бы вообще очень интересно, сколько в этот момент армора у тиммейта Крайзы или... Можно, в принципе, называть его Крыса, потому что этот игрок родом из Чехии. И на чешском языке, насколько мне известно, его никнейм читается как Крыса. Вот так вот довольно странно на русском звучит порой. Кто же выберет себе ник Крыса? Ну, как-то не очень, согласитесь. Знать бы, что он значит в переводе с чешского. Или это просто набор букв. В общем, Крыса здесь попытался проатаковать верхний желтый. Получилось это у него, мягко говоря, не очень. Он потерял весь стек. Заходит в спину, попадает рейл, хорош. Но снизу принимает Ноктис. Давайте переключимся, кстати, на австрийского ТДМера. Посмотрим, он вроде бы должен... он является, так сказать, главным... главной ударной силой Reason Gaming. Не только в 2 на 2, но и в 4 на 4. Этот ТДМер поражает многих, и меня в том числе. Попадает рельсу. Зиг там умирает от шафта. Скоро, кстати, квад. И вот, видите, один квад получилось прохалявить, да, у Fokinix. Но второй, кажется, не получится, потому что ребята вообще рассыпались перед квадом. 5 секунд до квада. Ноктис целехенький.
Зив, я думаю, тоже. Да, Зив забирает спокойно. У него тут 70 армора есть. Сейчас он еще верхний желтый загребает. Просто-напросто. И выходит на центр карты. Попадается под рель, подреливает Зика. Хорош. Нужно выходить на красный. Есть инфа о том, что красный рейсается скоро. Отдает он, естественно, своему тиммейту. Потому что у самого Зива квадранера и так сейчас 100 армора. А лишний армор как бы ни к чему. Зиву, и вот мы видим, пошел реальный отрыв. И я думаю, что он будет только увеличиваться в последующие 15 минут. Если только 4Kings смогут сделать какой-то вот переломный момент, придумать здесь на Т6. Не думаю, что Reason Gaming смогут отдать инициативу полностью на карте и будут ложиться, умирать на этой карте вплоть до самого конца. И вряд ли у 4Kings получится камбэк, судя по игре и насколько грамотно сейчас играют ребята из Reason Gaming. Обратите внимание, просто вдвоем заходят на красный армор, атакуют. Ноктис там отвлекает, Зив заходит шафтом, все нормально, идет контролить шафт. Зив на верхний желтый армор, Ноктис пошел на нижний желтый армор, как вы видите по фраг-месседжам в левом верхнем углу стрима. Ну и тут у нас снова рейсается красный. Уже что-то собирался писать Зик. Конечно, тяжело играть против такой команды. Особенно если учесть тот факт, что Reason Gaming очень упорно тренировали такую карту, как Divalish, которая является абсолютно непопулярной, абсолютно бредовой с точки зрения многих ТДМ игроков. Они ее просто-напросто не знают. То есть Reason Gaming — единственная команда, которая играет весь мапу на 8-м сезоне EMS. И вот мы видим Ноктиса, прошу прощения, который забирает пауэрап, падает за рельсой. Что-то я заговорился. Ой, пропиливает его крыса целых два раза. Ну, Садэвен же на РСП поймал Ноктис. И еще раз поймал. Ну что такое? Не везет сегодня Чехии. Принимает здесь Ноктиса, вдвоем попытались принять. Ну, условно говоря, вдвоем. Там крыса где-то там издалека пытался помочь плазмоганам, своему тиммейту Зику. Ах, не получился аэрокет у Ноктиса, к сожалению. Такой зрелищный фраг. И, кстати, вполне может быть соточка, ребята. Соточка — это будет такой, знаете, как бонус, можно сказать, ачивка ТДМерам, ТДМерской команде за то, что она набивает соточку в 2 на 2. Потому что на самом деле не всегда получается так сделать. Вот помнится игры на ДМ6, опять же, между Джибарем и Кулером против вот Хардкор. Это Саленцеп и такой чувачок с никнеймом S8N, то есть S8N. Я, к сожалению, забыл, как он поменял никнейм, у него раньше был другой ник. Ох, не припомню, сложно довольно помнить все никнеймы. И, кстати, вот еще по поводу фейков, есть такая инфа, что под аккаунтом, по-моему, Жу или как-то так, если вы встретите на паблике, знаете, это не какой-то нуб, это Короидер. Тот самый Короидер, АК Зерка, который какое-то время играл в команде Incredible Panic. Сейчас IP имеет новый состав по ТДМу. Кстати, Квад у нас первый раз за командой 4Kings, и тут же крысу разреливают просто в наглую сверху с этого верхнего желтого армора. Ноктис, как ты промазал этот шотган? Уму непостижимо. Видимо, просто не ожидал он сразу же за стенкой увидеть Квад. Палит шафт. Крыса подбирает. Ну все, вот в данный момент вроде бы есть абсолютно вся инфа у команды 4Kings. Им в данный момент нужно просто грамотно разыграть позиции, грамотно заходить на айтемы и выбивать команду Reason Gaming с этих айтемов. Постоянно набивать фраги. То есть вот в данный момент скоро рестается шаф. А у 4Kings как бы...
ни слуху, ни духу там. Вот крыса туда пытается зайти. Я вот, да, он успевает, конечно же, на этот шафт. Это очень хорошо. Он мажет рейл. Нет, крыса, нужно попадать в эти рейлганы. Если вы хотите сделать камбэк. Вот попадает он в Ноктиса, минус рейл. Очень важно. Крыс отбирает один рейлган. Два, две рельсы подряд. Третью промазал спину. Машнит Ноктис сумасшедшим дэмэйджем. Наносит он, обратите внимание, сколько, какой был стек вообще у чешского игрока. И вот, собственно, не успели, конечно же, Фокинкс подобрать тот рейл, который отдал Ноктис. Ну вот и притихли что-то Фокинкс, да, то есть переломный момент получилось сделать, забрали квад, выбили со всех позиций Зива с Ноктисом, как буквально через несколько секунд Ризен восстановили свое положение на карте, скажем так. Вот сейчас ресается Мега, понимает, я думаю, это Фокинкс, но, к сожалению, им туда не зайти. Фокинкс, ой-ой-ой, Крайса, Крыза ждет энеми с нижнего вот этого прохода, но вот Зив подбирает квад, и вновь надежда на камбэк от Фокинкс улетучивается с каждым фрагом, с каждой секундой этого пауэрапа. С каждым подобранным желтым армором, я бы даже так сказал, потому что все-таки очень-очень важно хотя бы что-то подбирать. Если не получается играть на Т6, то нужно как бы передислоцироваться в другую область. Тут даже минус от крысы. В общем, как охарактеризовать в данном матче игру Фокинкс и игру Ризен Гейминг? Вот мы видим, да, с вами, что Зив и Ноктис довольно сыгранные. Они постоянно вместе приходят. Они все делают грамотно, позиционно, грамотно воюют. И у них это получается. То есть они просто-напросто делают фраги. Даже если Фока успевает перебить контроль каким-то образом, да, то есть перевернуть карту с ног на голову, то с течением некоторого времени, одна минута, полторы минуты, у Ризен Гейминг снова получается собрать какой-то вэпон, подобрать какие-нибудь желтенькие арморы, успешно встать на карту и просто-напросто принять этих королей. Вот сейчас не получается атака на красную, но это как бы ничего страшного нету. Я думаю, Зив не обломится, он сейчас пытается просто помашинганиться. Ой-ой-ой, оставил здесь вот этот вот зелененький человечек своего тиммейта. Могли сейчас проатаковать Зив с Ноктисом. Но у них это не получилось. Зив сразу же подбирает рельсу и получает ракету в лицо. Просто и со вкусом. Но рельса лежит. Зив бежит к ней, хочет ее подобрать. И да, у него получается это сделать. Ой-ой-ой, какой рейл он попал. Скоро у нас резается ПУ. Так называемый пауэрап. На этой карте он представлен в виде квада. Вот, кстати, крыса его подбирает. Ну, вообще, на любой ТДМной карте, в парном ТДМе, любой пауэрап — это квад. То есть, если в ТДМ 4 на 4 можно найти карты, где еще бывает Battlesuit, так называемая пента в Quake-сообществе, которая, как бы, прямая противоположность квада. То есть квад наносит в 3 раза больше урона. Кстати, довольно странно, да? Вроде бы квад, а вроде бы в 3 раза больше урона. То вот как бы Battlesuit, он защищает от демейджа, то есть сокращает его в 3 раза ровно. Вот, но помимо Battlesuit есть еще сам квад обязательно. То есть такие карты, как DM14, Пургатори, Левиатан, которая раньше когда-то игралась в Quake, буквально на 2-3 турнирах она успела проскочить, как не знаю по какой причине ее решили убрать из официального мапула турнирного. Так, на рельсе там что-то прессуют кого-то, Фокинкс Ноктиса, беднягу, прессанули сверху ракетой. Ой-ой-ой, ну что-то крыса не попадает. Давайте, кстати, посмотрим пинги. 25-60 у Зива, пинг 60. А у крысы, да, ну, в принципе, пинги у королей получше будут в данной ситуации. Я бы так сказал. И, кстати, в ТДМ пинг намного важнее, чем в дуэли. То есть, если в дуэли с пингом 60 против 11, например, или 13, вполне можно играть и выигрывать, то ТДМная команда, играющая с пингами 60 против 11, вот, даже если это какой-то равный матч, да, игроки с равным скиллом, они
должны проигрывать. Особенно учитывая тот факт, что в одной из команд, да, вот команда, где, которая играет с низким пингом, она может иметь каких-нибудь просто сумасшедших аимеров. Например, Silencep тот же самый. Например, Noctis или Zeev. Вот опять же, команда, да, которая в арсенале имеет каких-то реальных пацанов типа Зива и Ноктиса. Хотя, ну, Зив играет с пингом 60. Мне кажется, это ему не мешает набивать хороший аккуруси. Обратим внимание, 36 ракеты, 31 шафт, 52 рейла, 52 рейлган. Обязательно мы сейчас надеемся, что Зив сделает парочку экселентов, чтобы мы узнали о количестве этих ачивок у него. Не везет с респом Зику. Так уж повелось. И вот обратите внимание, еще 5 минут и 19 фрагов нужно набрать. Помнится мне случай на DreamHack вот этим летом, который был в целом о турнире. Ну, не хочу сказать, что он был неинтересный, но мне почему-то кажется, что QuakeCon будет намного интереснее и в плане ТДМ, и в плане дуэли, только потому, что там будет дабл элиминейшн сетка. Это очень важно, я считаю, для турниров. Это прибавляет как минимум 100% зрелищности любому ивенту. Так вот, комментаторы, как раз таки Level Up TV, которые... О, кстати, 11 экселентов у Зива и 53 рейлган. Ну что такое? Еще ракету в лицо он кому-то там попадает. Давайте мы посмотрим немножко от... кто тут у 4Kings топовый крыса? Давайте маленько посмотрим от крысы, раз уж мы все время тут смотрим за Reason Gaming. А я продолжу свой монолог, раз уж тут ничего такого интересного не происходит. Комментаторы с Level Up TV там на одной из карт, по-моему, на DM20, да, уже последняя, третья карта решающая, где играли Кельвин, команда See You Online. Вообще там не такое полное название, но я не буду его произносить. Вот, более известный как, наверное, Ice Climbers своим составом. Ну там Toxic играл, например. Жалко, к сожалению. Там, кстати, Фокс был тоже на турнире, но, не знаю, почему-то он решил не принимать участие. Вообще говорят, что он не стал играть на DreamHack'е, потому что у него, как бы, ребенок. Но на сам турнир он, естественно, посетил. И немножко по непонятным мне причинам. Мог бы, так сказать, хотя надо тренироваться, как бы, к такому серьезному турниру. И, возможно, с Фоксом в составе вместо Винза не получилось бы выиграть первое место. Так вот, я отошел от темы. Когда команда проигрывала, ребята с Level Up кричали в зал: make some noise. Просто там последняя минута, 40 фрагов отрыва, понятно, что уже ничего не будет. И вот в данном случае, я думаю, можно сказать то же самое. 4Kings, make some noise. На D6. Такой, как бы, половина русского, половина английского, все в смеси. Не очень звучит, если честно. Зиг делает ракет джамп. Что-то пытается разрулить Зив. Естественно, ничего у него с машинганом против ракеты не получится. Вот, кстати, пока я тут говорил и рассуждал о прекрасном, у нас команда 4Kings переломила контроль на карте и в данный момент набирает какие-то фраги. То есть, ну, они, видимо, меня услышали. О чем я тут говорил. Кстати, вот опять удивительный факт, да? 4Kings очень успешно выступает в онлайне, да? Вот 2 на 2, 4 на 4. Я вообще удивлен, как ребята 2 на 2, вот 4Kings, они реально просто эволюционировали, на мой взгляд. Потому что раньше 2 на 2 они не очень серьезно играли. Их даже наши, как бы, ребята... Я не хочу, конечно, сказать, что наши ТДМеры Пашка и Михаил, АК Фортун, играют плохо ТДМ. Просто, ну, как-то... Всегда вот русская ТДМ-сцена, да, она редко кто там из IP доходил там, да, скажем, прямо до финала в европейских каких-то турнирах. У нас последний квад за Ноктисом. Так вот, Паша и Фортун спокойненько обыгрывали 4Kings на одной из их лучших карт на данный момент на ZTN, которую, кстати, они и выбрали в матче против Reason Gaming. Будем надеяться, что они ее смогут отжать, потому что им надо ее отжимать. В противном случае они отдают первое место вражеской команде. Вот. А на лане, вот на DreamHack'е, они как-то 4 на 4, ну, мягко говоря, не очень хорошо сыграли. Но это все только провокация, как говорится.
Вот, последним квадом, естественно, позиция на карте поменялся. Смотрите, нету соточки. Неужели не будет соточки у Reason Gaming? Видимо, Фокинг собрались, скажем. Не дадим соточку врагу. Я удивлен, честно говоря. За 5 минут я надеялся, что Reason Gaming смогут набить 100 фрагов. Хотя, как бы... Да нет, тут уже 10 секунд. Тут вряд ли, конечно, что-то можно сделать. Запиливают Ноктиса. Зиг помог своему тиммейту умереть. И вот так вот GG. Смотрите на фраги. 55 Ноктис, 33 смерти. Великолепный нет. Он сделал на 15 фрагов больше, чем его тиммейт. Общий аккуроси 32. У Зива чуть поменьше, у Крысы 29. Ну, в принципе, общий аккуроси приблизительно одинаковый. Зив, естественно, не Зив, а Ноктис получше стрелял в этой ситуации. На этой карте, я имею в виду. Можно было бы, конечно, обновить комменты, но сделаю я это, наверное, после трансляции. Да, судя по тому, что мне никаких гневных комментариев по поводу того, что что-то там лагает, не пишут. И я очень надеюсь, что мне, собственно, ничего не лагает. Все, собственно, нормально воспроизводится, нормально прогружается. ZTN. АК Blood Run. Нет, лучше, наверное, сказать... Blood Run, АК ZTN. Лагов нет, комментов нет. Вот так вот пишет Чпокинс. То есть вот так, Форс, ты как бы forever alone. Комментов нет. Ну хотя бы лагов нет. Тоже как бы, да? Такая хорошая и плохая новость одновременно. В общем, по-любому есть чатик на Good Game. Заходите, ребята, туда, общайтесь. В разделе All Streams или все трансляции. Достаточно тыкнуть. У нас просто... обычно зрителей, ну не то чтобы много зрителей, просто у нас овнит не глючный, так скажем. У некоторых комментаторов овнит он при кнопочке Start Broadcast, так называемый, он сразу же добавляет 200-400 зрителей. И а на Good Game такая система: чем у стрима больше зрителей, тем он выше выходит. И если вдруг наш GG Quake Life чат ушел куда-то там в небытие, поднимите его. Нажмите кнопочку play. Расскажите соседям, он поднимется вверх. А вообще все это я к чему говорю? Что там есть чат, все зрители могут в нем общаться. Как бы всегда приятно, да, там может быть не только смотреть матч, но и с кем-то общаться. Чатиться, так сказать. Начинается у нас ZTN, карта For Kings. Желаем мы им удачи. Болею я, конечно же, за королей, за красную команду. Очень хочется посмотреть третью карту на МС-8, но сразу же попадает рейл в крысу, который прыгал. Ну, собственно, ничего страшного. Попали рейл на него до того, как он забрал армор. И, следовательно, крыса потом просто-напросто подобрал парочку аптечек. Прессуют на ракете Зика. Или нет? Зик пытался прессовать Ноктиса, но у австрийца был рокет-ланчер. И как бы с ракетой сложно спорить. Согласитесь, всегда. Заходит в спину крыса. Попадает парочку шотов. Ничего серьезного, но очень неудачно кончается кончаются патроны. Ох, и ранний квад. Ранний квад за Ноктисом. Он... практически пустой. Но тут есть аптечки, нужно принять. А, не успели, к сожалению. И не заметили, Фокинс, что Ноктис пропрыгивает за аптечками. Сейчас просто-напросто Ноктис подберет парочку айтемов. Минус крыса. Вообще на ZTN не надо разруливать с самого начала, да? То есть, если вы играете этот матч против серьезной команды, здесь очень важно забрать контроль, так сказать, с первых респаунов, вовремя прийти на квад и забрать поврап, сделать хороший задел фрагов. В данный момент мы видим, что Reason Gaming сделали это. И они контролят сейчас большую часть карты. Ну, как-то два рейлгана Ноктис пропустил, и это вообще как-то не очень. Зиг теряет рейлган. Нельзя терять рейлган. В Тудеме это вообще просто противопоказано. Вот Ноктис подобрал рейл. Сейчас он этим рейлом будет очень много дамейджа раздавать по Кингс. Вообще ситуация выглядит, если честно, довольно безнадежно. С одной стороны. Но мы не будем унывать. Вот тут не очень мало урона получил Ноктис. Сейчас можно его как-нибудь вдвоем порисануть и... Тут, конечно же, с автомата не вариант. Угнали Мигу. Крыса угнала Мега Хелс. Как бы это странно ни звучало. Крыса взял, украл Мега Хелс. Ну что такое? Что ты делать будешь? Прессует Ноктиса. Хорош. Минус Ноктис. Крыса, давай, нужно. Нужно сейчас забирать эту красную.
Почему-то у меня... А, вот все, заработал бинт. Красная, за крысой. Нужно занимать позицию на кваде. 200 на 150 обратить. Ну, я немножко, конечно, преувеличу. 150 на 150. Блин, ребят, надо этот квад вам забрать. Ну, надо. Крыса, ну надо. Ну, почему ты побежал на ракету? Ох. Ну, тут летят чешки. И да, это квад за зивом. А у него у самого 120 армора. И есть рейл и шаф. И он сейчас подбирает еще патроны. Он сейчас еще мега хелс подберет. Ну, вообще непонятно, как этого типа убивать теперь. Конечно, попадает в него два рейлгана, ребята, из ФОКа. Но у него есть еще целых 100 хп. Он подбирает рельсу, спешит на ракету, помогает Ноктису. Ноктис отдается. Слышит рест своего тиммейта Зив. Ну и квадран, грубо говоря, ну не особо удался. Он сделал один фраг, да, он выбил рейл у Зика. И он сейчас убил Крайзу. Это очень важно, потому что у крысы, прошу прощения, у крысы, конечно же, у него был довольно хороший набор оружия, так называемый weapon bar, который вы видите в правом части вашего монитора. Вот я так как-то сегодня постоянно наповедаю, что где можно посмотреть, в надежде, что нас смотрят какие-то свежие головы. BO3, Marvelous, я тебе так скажу, EMS это Double Elimination. For Kings выходили с сетки лузеров. Если они эту карту проигрывают, они как бы проигрывают вообще матч. Они проигрывают игру. Если две карты в данный момент проиграют Risen Gaming, мне кажется, что они игру не проиграют. For Kings надо на одну карту больше выиграть, чтобы одолеть. И вот, кстати, потихонечку видим, да, счет начинает расти. Зик убивает Ноктиса. Зик где-то здесь с автоматом пытается на мегахелсе подраться. У него, видимо, был какой-то такой грубый тайминг на мега. Он приблизительно знал, когда она ресается, конечно же, пришел. И там увидел, что как бы не видать. Не видать мегахелса. Кажется, забрали. Опять крысу угнал мега. Пора бы занимать квад в скором времени. Да и вообще, мне кажется, уже пора занимать квад, потому что из айтемов нижний желтый появится через вас. Да вообще, как бы, будет квад. Все, надо занимать квад. Крысы, надо сейчас попадать в рейлганы. И скорее всего, ну уже Ноктис умирает от ракеты. Прямой ракеты, директ Рокета, как его называют европейские комментаторы. Директ Рокет, вот так. Нет, они его называют что-то Rocket Directly in Face. Что-то в этом духе. Зик исполняет квадран на ваших мониторах в данный момент. Бежит он за каким-то за каким-то шустрым парнем. А ребята, знаете, такие как как вот, я не знаю, вот не хочу, конечно, кого-то обидеть. Знаете, вот такие как школьники, такие как маленькие дети. Вот они начинают тебя как-то обзывать, так дразнить, да. Ты хочешь как бы подойти с ними, разобраться. Они так начинают разбегаться во все стороны. И начинают тебя там, не знаю, там, камнями на тебя, например, кидаться. Вот что-то похожее сейчас происходило с Зиком. Ребята просто-напросто разбежались в разные стороны. Зик погнался за ним, ему в спину прилетел рейл. Он развернулся к рейлгану, ему в спину полетел машинган. И так далее, и тому подобное. Так, собственно, он квадраны слил. Но ничего, ведь есть крыса, который подбирает красный армор в данный момент. Давайте, кстати, на него переключимся. У него вроде как получше ситуация. У него есть рейл, шаф. И Фокингс выходит вперед. Да-да-да, отлично. Вот только нужно принимать сейчас на шаргане вот этих ребят. Они там что-то пытаются доказать. Красную забирает у нас Зик. Давайте сразу же его включим. Ой, Зик. Не Зиф, а вот тут этот вот чувак. Я просто бинды немножко перепутал. Нельзя сейчас, кстати, Зипу отдаваться, но неудачный респ. И вот и все. Ничего, он сразу же подбирает рейл. Видит мега хелс, попадает. Хорош, мегу отрейлил. И как бы красный, ну можно было бы забрать, но, конечно, все-таки приоритетнее борьба. На кладе нужно сейчас Зику попадать. Ай-яй-яй-яй-яй. Отдают ребята ПВУ. Зик убивает Ноктиса. У Зива есть рокет-ланчер. Лежит красный армор в данный момент. Крыса, к сожалению, не попал в гранату. И попадает рейл Зиву. Нужно сейчас его на этой красной подрейлить. Ну же! Нет, никого нету снизу. Зик там умер. И Зива подстраховал Ноктис. Так бы, конечно же, рейл с Миги мог подстрелить. Ой-ой-ой, что тут происходит? Зив попадает ракету в упор. Кважная ракета в упор. Это довольно больно. Довольно больно.
Что ж, Reason сделали, сделали такой мини-камбэк. Сменили инициативу на карте. Слышит джампад какой-то, я не знаю, только я что-то слышал, еще отсюда реально слышно джампад на плазме. В общем, что-то я тут, возможно, я ослышался или что-то неправильно понял. Но Зив выходит. Да нет, реально же слышно джампад. Или это может спекать так просто. У Зива довольно много хп, сейчас он должен подобрать. Был. Был, говорят мне. Было слышно. Но это довольно странно, кстати, да, что, казалось бы, за такое расстояние слышно джампад. Это какое-то читерство. Просто, ну на самом деле, прикиньте, стоишь за полкарты, а ты слышишь, как и в демках. Ну да, это скорее всего именно из-за спека или просто в демках. В общем, ладно, давайте прекратим разговаривать о постороннем. У нас сейчас в ближайшее время будет рейсаться квад. Зив пытается надамажить пумалкой. Ай-яй-яй, что ж такое, не попасть. Бедняга крыса тут получил вообще нормально дамага. Что там, Зив у нас, да? Нет, не Зив, а Зиг, конечно же. Конечно же, Зиг. Сейчас он подберет квад, подберет верхний желтый, который вот тут у нас лежит такой красивенький, желтенький, так и манит, так и хочется съесть его квадранеру. И нужно, наверное, на ракету бежать, бежать, отрейливать. Ребята тут, конечно, ныкаются. Вот опять против квада. Нотис тут негодует. Нотис просто негодует. Конечно, на первый пар... Ох, пропиленный, пропиленный Зиг, но у него все равно довольно много армора. Бежит он на шафт, контролит шафт, все правильно сделал. Главное сейчас в мозгу. Ага, шафт 40 секунд. Примерно. Главное, надо туда прийти. Надо там навалять ребятам, чтобы они как бы особо сильно тут не расслаблялись. Начинаю сейчас Фокинг сделать довольно серьезный задел по фрагам. Вот уже 14, 15 фрагов. Уже, нет, 14, до сих пор. 14, да? Не, разучился я считать, кажется. 14 фрагов уже есть задел. А это на дистанции, ну, наверное, минут... Блин, боюсь ошибиться. Ну, на уровне таких команд, думаю, минимум минуты 4. 3-4 минуты, да, где-то 2 квада. Если полностью выбить позицию на карте, да, полностью оставить соперника без оружия, то, в принципе, можно, ну, может, минуты и за 2 наклепать там, да, если рассредоточиться по карте, начать клепать, клепать, убивать соперника абсолютно везде, то, может быть, и за 2 минуты удастся набить, ну, вот, 15-20 фрагов. На затене оружия довольно много. Даже те же, вообще в ТДМе, даже те же самые гранатки, да, они, ими можно очень-очень хорошо разыграть позицию. Все зависит от прямых рук, как говорится. Обратите внимание, что СРС, ой, СРС, Фокингс, я просто увидел клан-атаку Зика. Он выступал за команду Serious Gaming, там большинство все-таки было... Это, можно сказать, что была польская ТДМ-команда. То есть АВЭК, Вербализа, или Вербализа не... Нет, по-моему, Вербализа тоже... Нет, Вербализа тоже поляк, Зиг тоже поляк. И вот я четвертого, к сожалению, у них не помню игрока. Но, тем не менее, три польских, это уже, можно сказать, польская команда. Там четвертый только. К сожалению, не помню ник. Может быть, кто-то мне напомнит, там Селенсеп был. А, ну, а Селенсеп голландец, чё. Так что да, не вся польская команда. Всех поляков я скрою. Это главное. Мажет очень много шафта Зиг. Да кем бы, пацаны, крыса там что-то какие-то фраги исполняет постоянно. А, ну у крысы тут 200 армора, чё ж ему? Чё ж ему стесняться? Конечно, он будет делать фраги. Вот еще ему с респауном, видите, как фартит. Он просто чувак берет и рестается за не него. Дилейт красный, обратите внимание, забирает. Забрал он его ровно в 40. Это было сделано не для какой-то там, да, может быть... ухищренность какая-то, просто в 40 ровно забрал, чтобы вот в 0.5 вот так вот ровненько бах, прыгнуть, и он отрезался, и крыса в случае чего бы его смог забрать. Или Зиг, если возникает какая-то экстренная ситуация, когда там, да, война какая-то может быть на центре карты, просто так подгадить сопернику в последних секундах своей жизни, взять и забрать этот красный. Вот, кстати, его забрали уже, пока я так говорю. Минус Ноктис, но начинает Ризен уже ломиться. Обратите внимание, как четко вообще Фокингс
начинает убивать. Хотя я вначале говорил, что ситуация выглядит довольно безнадежно. Возможно, я был под впечатлением прошлой карты о том, как Фокинкс были убиты, просто прижаты к земле. Reason Gaming на Т6. И вот тут еще крыса перед смертью делает такой забавный фраг. Успевает он накрасть, но Зик, конечно же, будет забирать. У него тут есть арморчик. Понятное дело, что он времени даром не терял. Что ж, ну будет третья карта. Хотя, вот, честно, ну третья карта, ну блин, я не знаю. Ну ДМ-20, может быть, Фокинкс выжмут. Хотя и ДМ-6 они тоже вроде неплохо играли. В общем, будет видно. Ой, какой шикарный рейл от Зика, просто с вертушечки попадает. Ну вот, видимо, адреналин в кровь. Вбрызнул просто, и Зик понесся, сломая голову. Блин, нифига себе, вот это фраг. Пойдут еще 20 таких сделаю. Но, конечно же, Rocket Launcher усмирил пыл поляка. Не стоило так вероломно бежать на краю. Вообще, даже в дуэли на ЗТН, когда вы убиваете соперника, не стоит сразу вот так бежать через вот эти шарды на ракету, потому что велика вероятность того, что энеми отрестится именно там. То есть, если вы убиваете на гранатах или вот вообще на центре карте, то в 50% случаев, вот, ну, я так думаю, да, если предположить, что центр карты, он либо слева от центра карты появится, либо справа. То есть, либо на плазме где-то, либо на ракете. То есть в 50% случаев enemy может отрезаться там, забрать лежащую там ракету. Если я имею в виду, если это дуэль, не будем забывать, что в ТДМе оружие ресается каждые 30 секунд. И порой не всегда с респауна удается забрать оружие, если ты там где-то рядом появляешься. Но в дуэли всегда там, блин, вот выходишь и постоянно ловишь ракету в лоб. Это, на это себя надо как-то подловить и понять, что не стоит так вот сразу, неаккуратно лезть на вот этот вот Rocket Launcher. Зик сейчас подбирает как раз-таки ту ракету, о которой мы сейчас говорили. И что? К Мигене подпускает его чувачок с шафтой. Но, тем не менее, Зик попал рейлган. Попал еще один. И крыса подбирает. Ну, тут, конечно, шафтица носит не вариант. Складом, ну, попадает гранату. О-хо-хо, вот это очень обидно. То, что попали гранату крысе. Он, конечно, подобрал аптечку. Вроде бы рейл держит, но нет, его подрейлили. И минус Ноксис. Вроде бы пока что все довольно терпимо. Можно было бы сделать такой небольшой плазма-джамп. Именно плазма-джамп, а не плазма-клим. Потому что сквадом достаточно одной плазминки, чтобы запрыгнуть на красный армор. Помнится мне ситуация. Опять тоже ТДМ 2 на 2. Играли наши IP Фортуна Павел, Акакук. И вот Паша один из квадранов вот именно так зафейлил. Да? То есть был какой-то праг. По-моему, они играли против Линкина с Юнити. Не то, что Линкин и Юнити, это, по-моему, не команда, это, ну, просто так, да, вот, да, два игрока. Вот, что-то Reason тут сдались. Сейчас что-то напишет, чувак. Что вот это, но сейчас что-то напишет, или он просто отошел, сказал, ну, его нафиг, не буду больше играть с этими типами, какие-то они злые на состояние. Возможно, потому что в жилах команды Фокинкс течет славянская кровь. Потому что все-таки Чехия и Польша, на мой взгляд, все-таки это... Ну, по крайней мере, Польша — это одна, что ли, группа языковая, славянская. Ну, вот я не знаю, Дженни у нас тут филолог. Вот если бы он был со мной, он бы мне, наверное, подсказал бы. Может быть, он меня даже слушает. И, может быть, он напишет. Нет, Форс, говорит, ты говоришь ерунду. Хотя, по-моему, мы с ним об этом уже разговаривали. И Польша довольно... Ну, взять того же Авика, да? Я его считаю, ну, просто русским игроком. Потому что он просто разговаривает по-русски. И довольно интересно с ним разговаривать. Знаете, вот в таком диалоге. Я помню, даже одно из интервью было в таком роде, когда команда Киберфайта, вот там Экст и кто-то еще, Стрэнкс тоже. А при чем тут Стрэнкс? Я что-то не понял комментарий. В общем,
просто, знаете, вот так с ним разговаривает на английском, потому что, ну, он в интервью все-таки по-английски разговаривает, потому что он лично он считает, что его русский не на том уровне, чтобы давать интервью, хотя мне кажется, что у него очень хорошее произношение, то есть он очень грамотно говорит, и его любой, мне кажется, может понять, то есть он сможет выразить свою мысль по-русски, если захочет. И ребята просто так ведут с ним диалог на английском, потом делают вид, что какое-то слово они не понимают, и произносят его по-русски, а Авик его как бы все равно воспринимает. И тоже помнится был диалог, когда я с ним как бы разговариваю на английском на DreamHack, а подходит Анахроникс, начинает просто с ним по-русски говорить, а он не отвечает на английском, а ему отвечает на русском. Ну, интересно все-таки. Все это общение с игроками, с иностранцами. Так, а нам, кстати, наверное, надо сделать стоп в записи, потому что запись ограничена 60 минутами. А тут сейчас будет третья карта. И я надеюсь, что это не Дивалиш. Успешность в одном из дел. И там трезвый человек, немного пьяный человек и очень пьяный человек. Ну, ладно, об этом я попозже расскажу. Начинается матч на DM6. Смотрим за Ноктисом. Ноктис что-то тут отреслся, думает, так, надо-ка забрать Рису. Ну, конечно же, чтобы Рису-то и не забрать. Рису надо забирать. И Зип сейчас вдвоем они принимают Крысу. Довольно неудачный респаун, обратите внимание. То есть у Хокингс получилось забрать красную броню, а Ризен забрали оружие. Оружие на карте, шафт и рейл. Вот у Зивы сейчас шафт. Он выходит на ракету, вот его бы там неплохо принять сейчас, чтобы он не вышел на желтую. Второй красный армор возьмет австрийский игрок. Подберет патрончики. Сейчас вторые девайсы ресуются, то есть шафт рейл, их нужно подобрать. Желательно, чтобы их подобрали команда ФОКа, иначе им на квазе мало что светит. И вот уже Ризен готовы принимать на поверапе. Смотрим, что тут будет получаться. Минус крыса с плазмой зашел у нас. И немножечко Зик не добежал, но минус, хорош, крыса, просто красавчик с ракетой спрыгнул. Надамейджил там вот этому чуваку, который запрыгнул за квадом. Рельса входит прямо в спину, неприятный момент. Так, вроде бы потихонечку начинает Фокинг делить карту пополам с Ризом, да, вот устаканивается игра. То есть обычно здесь команда, которая стоит на красном арморе, она вот забирает красную и старается атаковать шафтом, да, там с ракеты как-то по-хитрому или там с рейлгана. А команда, стоящая на желтом арморе, она обычно забирает шафт плюс рейл. И это довольно весомое преимущество. И если порассуждать и посмотреть вообще там демки какие-нибудь, да, там попытаться вникнуть в суть происходящего, то можно заметить, что оружие в ТДМе 2 на 2, оно наиболее значимо, чем стек, чем там броня, мега хелс в каких-то случаях, но мега хелс он как бы не везде появляется. Вот, например, на той же самой DM6 меги нету. А на Т6 там мега раз в 2 минуты. Понятное дело, что она так чисто такой подарок просто. Два раз в 2 минуты ее забираешь и довольны. Ну, перед квадом обычно, если ее там, как бы, первую мегу могут забрать там где-то секунд в 10-20, а в последующем мега она все дилейтся, потому что она в таком месте лежит, что ее не всегда как бы вовремя забирают, и она там либо после квада, либо до квада, то есть такой приятный бонус перед квадом. Или опять же после квада, все зависит от того, насколько заделейно. Вот тут крыса здесь зажимает себя сам. Он зачем он сюда пошел? Ну, вроде бы как-то выкрутился, да? Забрал желтый армор, сейчас нужно давать бой на кваде. Зик умирает, к сожалению. И ой, какая контролечка пролетает от Ноктиса. Это просто провал, очень обидно. Зив забирает ПУ, и вот на ДМ6, как видите, все смотрится несколько печальнее, чем на ЗТНе. Хотя, опять же, это только начало игры, не стоит сразу же делать поспешные выводы. Куда-то тут бежит Зив, пытается он что-то тут нахаляет, бегает по шардам, ищет кого-то. Ну, никто не хочет Зива видеть, вот он такой. Какой-то он говорит, ну, Зив, ну ты не крутой, не хочу я с тобой видится. Особенно внизу, и когда ты с квадом и шафтом. Хотя у всего лишь 8 шафтинок было. Ну-ка, 8 умножить на 7, 7 на 8.
48 умножить на 4. Хотя, знаете, все, если эти 8 шафтинок на 3. Если все эти 8 шафтинок попасть, довольно неплохой дэмэйдж получается, согласитесь. Около 150. Нет, даже 142. 142 урона ровно получается. Если я не ошибся в расчетах, когда 7 на 8 умножал. Так. Сейчас Зив заходит со стороны рельсы, а Ноктис заходит наверняка. Да, Ноктис заходит с моста. Вот видите, как грамотно, да? Похожая ситуация на Т6, когда после подбора красного армора игроки начинают рассредотачиваться. Один идет на нижний желтый, чтобы там нанести максимум урона и немножко там подэмейджить чувака, который на шафт прыгает там. Ну, по возможности, да, опять же, ну, мало ли там кто-то будет. А человек, который идет на верхний желтый, у него немножко такая более серьезная миссия. Он туда должен идти, во-первых, с рейлганом. А, во-вторых, там он должен наносить дамаг на шафте. То есть он должен попадать рельсе чуваку, который забирает шафт. Это, собственно, идеальный вариант развития событий на Т6 для вашей команды. Если вот вы когда-то там играете в ТДМ, то есть в идеале надо делать так. Но понятное дело, что в идеале так довольно редко получается, что вражеская команда не спит и не сидит сложа руки, а она что-то делает, она как-то там мешает. И... можно где-то неудачно выйти, где-то попасться на какую-то ракету, где-то вас могут подрелить. Зив здесь делает экселент сквадом. Уже два фрага есть, и слышит респаун. У соперника бежит, несется просто на красный армор. Скидывает Зика с ракеты. И решил, что на красную не пойдет, видимо, потому что там был Ноктис, его тиммейт. Он подобрал этот девайс. Крыса здесь тоже падает. Вот опять же, красный армор за Зивом. Тут мы смотрим его пов уже с последнего поверапа. Атакует он на рейл. Тут, собственно, никого нету. Промазал какой-то. Не засчитал Зив. Ну, у него пинг 60. Поэтому там неудивительно. Обратите внимание, всего лишь 3 фрага за игру сделали Фокинс. И то один из них на халяву там в замесе на поверапе, когда туда все прыгали, начинали там спамить туда ракетами и просто-напросто делали один фраг. То есть, ну, если совсем так грубо говоря, то 2 фрага сделали. То есть на поверапе не считается. Опять-таки RG до красного. Понаблюдать, что ли, немножко за красной командой, как они вообще себя чувствуют на ДМ6. Почему у них так не получается играть? Во-первых, потому что не контролится рейл в первую очередь. Reason Gaming его забирает. Вот сейчас крыса подбирает рельсу, попадает. Прошу прощения. Попадает рельсу одну. Рельса, тавтология. Ну вот он. Вот только он забрал желтую, как сразу же его с этого прохода выходит Ноктис и начинает шафчивать. То есть грамотно действует. Ребята из Reason, и здесь квад за Зиком. Попытка попасть в рейл. Блин, чувак там. Подобрал, нужно лететь туда. Ай, не успел, немножко не успел. Вот если бы не пошел подбирать эту аптечку, возможно, ой, как шотганом принял. И Зик еще сам себя плазмой надамажил. Неприятный момент. То есть примерно с плазмы в пол это, ну, где-то, наверное, 15-20 урона self-damage у нее. Я вот не знаю, меня как-то тут упрекали за то, что я не знаю классификацию урона у Rocket Launcher, что там как бы по лицу 100, ну это понятно, да, там self-damage у него 45, вроде бы мне говорили, хотя сколько я играл, сколько я не делал ракет-джампов, как бы я ни старался, 45 урона я, по-моему, нанести мне никак не получалось. Или может это сплэш, может я что-то путаю по врагу. Так, Зик у нас подобрал желтую, сейчас будет атака на красную. Нет, не будет атаки на красную, Зик увидел пролетающего энеми. И что-то... это в ВСП или в Q3? Вот как мне тут говорят. Так что, по-моему, self-damage 40. Вот сплэш я не помню. Вот, что есть, то есть. Да, есть за мной такой грешок. Потому что, ну, как-то... скажем, когда я играю, я не могу сказать, сколько я попал сопернику урона там сплэшем. Если там куда-то ему под ноги прям ракета залетела. А когда я делаю ракет-джамп, я сразу вижу, ага, минус 40 хп. И так далее. Зик тут немножко с плазмой подамажил. Там разбился. Вот, смотрите, кстати, перехватывают контроль. Давайте. Нужно сейчас сделать камбэк.
Сейчас крыса, возможно, попытается подрейлить на красный. Но вот грамотно все-таки действует вот этот вот чувак, что спрыгнул на крысу. Потому что Рэл перезаряжается 1,5 секунды. Эти 1,5 секунды всегда нужно использовать, когда против вас играет человек с рейлганом. Пропилили Зизиву немножко, Зик тоже упал, но вот, собственно, весь камбэк. Не удался. Не удался камбэк Уфа Кингс. Неужели коса зелья не отойдет Risen Gaming? Очень-очень прохладная история. Зиг здесь еще разбивается, это минус. Продолжают ребята клепать фраги. Соточки, конечно, здесь не будет. ДМ6, несмотря на то, что она довольно динамична, но по сравнению с Almost Lost или Т6, которую мы смотрели первой, мне кажется, карта немножко не столь мясная. Вот, хотя, конечно, если взять 4 на 4, то ДМ6 одна из самых таких вот... самых таких мясных карт, когда вот фраги просто зашкаливают, могут там за отметку 200. То же самое, как ДМ20. Максимум, сколько я видел на ДМ20, по-моему, 280. Целых 280 фрагов, это же жуть. Или даже 300 было. Я не помню, на Дримхаке сколько там Ice Climbers на пенале Risen Gaming ТДМ. Ну там тоже было, ух, там было много фрагов. 280 или... Мецу 300 набирали. Вот так вот пишут. И Кёльвин набирали 300. Ну вот опять же. Хотя вроде бы финал, да. 300 фрагов, нифига себе, блин. Это там, наверное, у каждого игрока там как минимум по 10 кусков дамага должно быть нанесено. На рельсе Зив терпит. От кого-то там, от крысы, что ли. Давайте, наверное, на Ноктиса переключим, что-то мы мало в этом матче за ним наблюдали. И на кваде. Ну уже, Зив, забирай! Подобрал он там все, что подобрал. Не Зив, а Зив, прошу прощения, да, я перепутал. Никнеймы. Ноктису сегодня не везет. Просто не везет, на самом деле. Не его день. Ну что, надо сейчас сделать неплохой квадрат, тем более есть шафт, крыса там убивает Ноктиса, лежит желтый армор, наверняка пойдет его забирать крыса, Зик пытается найти, находит Зива с рейлганом, все, сейчас просто надо не отдать enemy оружие, нужно все контролировать, все забирать, все кушать, везде наносить дамаг, но вот опять вот, Ноктис просто подождал, знал, откуда выпрыгнет Зик, а... Но в этом, конечно, ну, вообще я сторонник такой теории, что что бы ни случилось на карте, что бы ни случилось в игре, во всем виноват ты сам. То есть именно твои действия привели к тому, что вот так получилось. И что Зиг здесь пропрыгнул и нанес, ну, конечно, он не знал. Но он виноват в том, что он не прочекал, он не проверил этот вариант, не проверил эту версию, что там за стеной может стоять Ноктис с Rocket Launcher'ом и может попасть ему там довольно солидный выстрел. И после этого он, собственно, склеится. Вот, а, кстати, не все потеряно, смотрите, блин, 30 фрагов, вот. Вот знаете, когда смотришь 20 к 40, да, казалось бы, еще пол игры играть, 10 минут, вроде бы можно, да, можно сделать камбэк, но когда видишь с четвертым десятком цифру 6 и думаешь, блин, так это же не 40, это 46, это уже добавляет такого негатива, добавляет пессимизма, как у нас любят тут говорить, что, мол... Не храни команду, не нагоняй пессимизма на неинтересную игру. Желтый услышал Зик, как подобрали. И Рейл лежит. Прыгнуть, что ли, за ним? Нет, Зик решил. Сначала возьму шафт. Квад за командой Фокинс. Нужно, надо рельсу эту подобрать, ребят. Вот вообще, хотя Зику здесь очень грамотно поступил. Он пошел на помощь своему тиммейту. Пусть он у него не спас, но он убил. Убил типа и не дал подобрать рельсу. Красную дает Зику. У него есть еще целых 10 секунд от квада. Сейчас он куда-нибудь проломится. Спам, спам, спам. Слышит, как желтый забрали. И, ну, рейл. Ах, немножко. Ну и так должен, по идее, убивать он. Ногти со сверху откуда-то прилетает рейлган. Зику прямо в темечко. На минус 80 Зив отрейливает на джампаде. Вот, блин, не смогли
4Kings подобрать тот трейл, который лежал, когда я еще говорил, что Зику неплохо было бы этот трейл подобрать. Но, тем не менее, Зик поступил правильно. Что он пошел там и... Что он вообще делал с этим квадом, он все делал правильно, я считаю. То есть никаких каких-то там косяков у него не было. Вот очень медленно продвигается камбэк у ФК. Им нужно резво-резво делать фраги. Вот опять 25 фрагов, да, как бы стоит на месте. Большая война у нас происходит на центре карты. Зик попытался попасть в рельсу. И идет, видимо, обратно на рейл принимать энами. На желтом тут, блин, вот обидно, не попал сейчас энами. Может, аккуратненько спрыгивать на шап. Вот попытка проконтролить, никого нету. Зик такая, ага, никого нету, пойду назад. Сейчас тут должен шафт появляться, видимо, но, видимо, не судьба. Ну, опять он мажет этот рейл. Ну, хоть второй попал. Если попал первый, мог бы и не спрыгивать. Мог бы продолжать рейлить там на этой красной броне. Но, что ж поделаешь. Бывает. Бывает и Зик мажет с рейлганом. Спину. У-у-у, надо было ракету. Зик, надо было ракету. Это провал. Кто там забрал ПУ? Ноктис? Да, Ноктис подбирает. Хорошо, что у нас сделаны бинды на всех игроков на этом сервере. Мы можем в любой момент переключиться непосредственно на нужного нам, на нужный нам ПОВ, не тыкая судорожно мышкой, как эпилептик. Так, где? Потом еще в порыве там, да, там начинаешь быстро тыкать, пропускаешь нужного человека, нужный ПОВ, и приходится заново его листать. Ну, 2 на 2 это не столь, конечно, раздражительно для зрителя, как 4 на 4 или в СТФе, когда там играет 8 игроков на сервере. Там уже начинаешь тыкать. Ноктис аккуратненько проходит на желтый армор. Смотрит, что-то тут никого нету. Скучно. Рельсу, что ли, забрать? Не, рельсу не буду забирать, буду ее спамить. Он попадает ракету прямо в хребтину кому-то. Крыси он попал ракету. Вот там он, чех стоит одинокий, с низким стеком. Наверняка у него там практически ничего нету. Ему там задели немножко ракеты. Моделька сразу же виск. Не спешит Ноктис выходить наверх. Мог бы он, конечно, сделать ракет-джамп. И учитывая, что у чувака был рейл, он максимум бы в него один рейлган попал. Он мог бы его добить, как мне кажется, при желании. Но Ноктис решил, что стек важнее, чем вот такая просто аркадная атака. Прорейливает его немножко. Не хватило ему времени для того, чтобы на шифте подкраться к Зику. И там уже его... Ну, легче было бы стрелять, когда вот вы вообще стреляетесь против шафта или против рейла. Неважно, чем, с ракетой. Ну, если, конечно, не шафтом и не рейлганом. То есть так называемый не миррор, как у нас стратеги любят говорить. Когда там зерг против зерга, орк против орка играет, это называется миррор. Вот, то есть когда вы не стреляетесь одним и тем же оружием с вашим соперником, а, например, шафт против ракеты или рейл против шотгана, вам нужно как можно быстрее сокращать дистанцию против этого оружия. Вот, собственно, Ноктис нам пытался продемонстрировать в том моменте, да, потому что рейл это все-таки оружие дальнего боя, а шафт, тем не менее, оружие среднего. На средней дистанции оно наносит хороший урон. Ну и тем более там можно было бы не достать. А вообще в упор можно было бы и плазму убить, скажем. Плазма это вообще просто смерть, если в упор подойти и начинать попадать. Плазму недооценивать никогда нельзя, особенно в ТДМе. Если в дуэли там вы можете возмутиться, там, да, как-то там запрыгнул неудачный, там чувак вас с плазмой принял, пишет, что за бред? Что это такое с плазмой убивает? То в ТДМе это нормальное явление, потому что в ТДМе оружие появляется, как я уже говорил, каждые 30 секунд, а не 5. И, естественно, здесь приходится пользоваться тем, что есть под руками. Гранаты, шотганы, плазму. Тем самым, мне кажется, ТДМ и намного интереснее дуэли. Вот если бы в дуэли вести там систему респаунов оружия, другую, там, да, скажем, ну, может быть, не 30 секунд, а хотя бы 15, то на некоторых картах маленьких, типа Aero Walk или Hectic, или что там еще у нас из последнего есть, Toxicity, можно было бы какие-то интересные стратегии придумать. Ну, конечно, возможно, пришлось бы пересмотреть баланс карты той или иной. Вот, например, на Т4 рейл ресится каждые 15 секунд, да, и, в принципе, всех это устраивает. Почему бы то же самое не сделать, например, на ЗТН?
Хотя за тен довольно большая карта, там, наверное, 15 секунд будет очень мало. У нас подходит к концу третья карта. Reason Gaming в беспрекословном, конечно же, преимуществе. Правильное слово сказал. Беспрекословно. Нет, неправильное. Беспрекословно это значит немножко другое. И Зишт у нас проходит шафтом. Ай, не попал рейл. Ну, крыса, конечно же, на джампаде этот рейлган впихнул кваду. Странно было бы, если бы крыса не попал. В таком случае, потому что какое-то время этого игрока считали лучшим ТДМером в комьюнити. 4 на 4, конечно же. Не 2 на 2. 2 на 2, мне кажется, все-таки лучший это Ноктис из текущих, из активных игроков. А так, блин, я бы поспорил. Кулер, Джиба, это ребята... Ребята очень с большим опытом, и наблюдая за их матчем против хардкор, я просто диву давался. Они там такие фишки вытворяли, они там такое. Там игра была на, вот, на такой аркадной карте, мне кажется, после 15 минут, и там всего было там 30 фрагов у нашей команды, да? То есть очень-очень пассивно разыгрывалась карта. И они там и так заходили, и сяк, и как-то заманивали там. И что они, в общем, только не придумали. Очень интересная была игра. У нас, кстати, запись где-то на Джуджейме висит. Кто хочет, может там нагуглить, найти. Как говорится, отличное начало, пишет крыса. И знаете, в чем-то он прав. Не в чем-то, а даже, я бы сказал, во всем он прав. Потому что... тупо шафт, тупо рейл с самого начала и просто прогон с карты. Просто домой. Ничего было не сделать. Ну что ж, вот такой вот получился матч. И похоже, что на этом наш вечер завершается. Да, игроки пишут Грац, поздравляют команду Reason Gaming с победой. Нева... Вудвей с сарказмом, конечно же, говорит Зиг, что, мол, никто этого не ожидал, что Reason Gaming победят в восьмом сезоне ЕМС-а. Ну, знаете, блин, опять же, если бы ДКБ русская команда участвовала, good game, well played, стопаем запись.